В России траур. Люди рыдают и не могут себя успокоить. Срочно, друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы завтра утром не пропустить свежие выпуски, которые мы делаем исключительно только для вас. Сегодня в 4 утра один из самых крупных российских интернет-порталов у себя на странице опубликовал эту ужасную новость. В ней говорится, что сегодня ночью в Швейцарии в одной из частных клиник ушла из жизни российская актриса Анастасия Заворотнюк. На данный момент пока еще никто ничего не подтверждает. Эта новость пришла к нам из-за границы. В России до сих пор не хотят верить в эту трагедию. Родственники и близкие Анастасии Заворотнюк отрицают эту новость. Они говорят, что с Анастасией Заворотнюк все хорошо. Действительно ли эта новость правдивая, друзья, либо это черновой фейк, мы еще будем в этом разбираться. Главное, подписывайтесь на наш канал и следите внимательно за нашими новостями. До скорой встречи вам и будьте всегда с нами.